Дорогие друзья, мы продолжаем работу на нашего клуба «Перспективы». Сегодня у нас в гостях Андрей Ильич Фурсов, руководитель Института русских исследований Московского гуманитарного университета. И ваш покорный слуга, работающий в том же университете Маленецкий, Георгий Геннадьевич. Вы знаете, я хочу обсудить сегодня, может быть, самый важный вопрос. Ведь есть в христианской религии очень сложная задача. Ведь, по сути дела, Адаму и Еве предоставили все. Ну, при неком условии, что вот не надо есть яблоко с того дерева, которое определяет, что такое добро и зло. То есть вот это надо оставить за Господом Богом. Казалось бы, вот если мы сейчас посмотрим на то, что было в Советском Союзе, вот мы сегодня беседовали со студентами, то у людей есть совершенно неверное ощущение. Ну, скажем, когда наш президент говорит, что при Советском Союзе делали только калоши, видимо, он что-то не понимает. При Советском Союзе у меня был один ключ, а вот сейчас только одна из трех связок ключей. Понимаете, которые нужны для того, чтобы вести нормальный образ жизни. То есть, понимаете, опять же, мы не знали, что такое наркотики. Мы очень много вещей не знаем. То есть мы, по сути дела, оказались в положении людей, изгнанных из рая. Когда у массы людей была возможность воплотить свои мечты, наша страна открыла человечеству дорогу в космос. Ну давайте посмотрим, в самом деле, у нас прошло 30 лет. Давайте посмотрим путь, который прошел Советский Союз с 1945 года по 1975, и который прошла Россия за 30 лет. С 91 до 2021. Ну, сравнения-то нет никакого. И поэтому возникает естественный вопрос. Ну, как же люди, мечты многих которых оказались реализованы, как же они ушли? Ушли от того самого строя, который давал им очень-очень много. А главное, давал перспективу. Сейчас ведь в чем беда? Мы не видим сейчас перспективы. Наша власть не рассказывает, где мы будем в 2020 году, в 2030 году. А там-то все это было. Более того, можно спорить, вот, наивно это или наивно. Но был курс научного коммунизма. То есть люди рассказывали, куда они хотят привести страну и мир. Как же получилось так? Как получилось так, что, по сути дела, рывок в будущее оказался, ну, не скажу, что его затоптали, потому что это настолько важное событие, что оно будет влиять на мировую историю и дальше, но катастрофа-то произошла. Почему? Как вы себе это объясняете? Ну, она произошла по вполне понятным и закономерным для данного общества, для советского общества причинам. Дело в том, что Советский Союз как система был отрицанием капитализма, да, на уровне, если говорить марксистским языком, производственных отношений. Это был системный антикапитализм. А вот на уровне производительных сил мы были такой же системой, как Запад, индустриальной. Да. То есть для того, чтобы стать реальным, из социализма превратиться в коммунизм или по-другому, из антикапитализма стать посткапитализмом, нужно было создать систему, более развитую в промышленном отношении, в индустриальном отношении, или даже стать постиндустриальной системой с более высокой производительностью труда. Кроме того, нужно было решить еще две задачи. Первая, нужна была более дешевая энергия, которая обнулила бы нефть западную просто на всю жизнь. И третье, нужно было это все защитить, военным способом. Теперь давайте посмотрим, что было ли это у Советского Союза к середине 60-х годов, когда закончилось советское экономическое чудо 50-х, когда мы за 10 лет к 55-му году восстановили страну, Запад давал нам 20 лет, мы за 10 лет управились. Но в конце 50-х, начале 60-х годов стало совершенно понятно, что экономика и общество стали настолько сложными, что старая плановая система не работает.
И у многих появилась идея, что плановое хозяйство вообще это вещь отжившая, и нужно рыночные реформы. То есть вместо новой плановой системы, вместо того, чтобы двинуться вперед, решили двинуться назад. Но так думали не все. Например, Глушков, Виктор Михайлович Глушков, исходил из того, что, возможно, новая плановая система на кибернетической основе – это знаменитая система ОГАС, общегосударственная автоматизированная система, которая переводила документооборот в электронную форму и становилась, по сути дела, прообразом информационного общества. Сейчас очень многие в интернете приходится читать, да это невозможно было реализовать, система была дорогостоящей. Это правда абсолютная. Система была дорогостоящей. Но поскольку у нас не целевым образом тратилось, а, грубо говоря, разворовывалось в 60-е годы 40% бюджета, система ОГАС блокировала это разворовывание. Таким образом, эти 40% они становились бы фактором финансирования системы ОГАС. ОГАС очень обеспокоил Запад. При Линдоне Джонсоне была создана группа «To Stop Глушков», «Остановить Глушкова». И в Америке считали, что если к 70-му году заработает в Советском Союзе система ОГАС, то Советский Союз навсегда уйдет вперед. Поэтому нужно этот процесс заблокировать. Но главным, конечно, противником внедрения системы ОГАС оказалась советская номенклатура. Потому что, причем и хозяйственная, и партийная. Партийная номенклатура очень четко почувствовала, что те люди, которые будут контролировать ОГАС и иметь доступ к полностью информационной картинке Советского Союза, они нарушают монополию партократов, если пользоваться этим термином, на знание всей этой системы. Вот, сказать, реальное знание системы будет в руках технократов. И второй момент, это означает изменение баланса власти общества. Придут какие-то нам инженеры, технари, которые их подвинут. Поэтому номенклатура сделала все, чтобы спустить этот процесс на тормозах. И, в принципе, вот если посмотреть журнал «Техника молодежи» 60-х годов, на котором я вырос, первая половина 60-х годов, в каждом номере ОГАС, ОГАС, ОГАС. А потом это начинает, так сказать, постепенно стихать, и это все спускается на тормозах. А потом еще вдобавок ко всему запускается такая линия дефамации Глушкова, что вся эта система никаких проблем не решала, она дорогостоящая, поэтому реализовать ее было невозможно. Ну да, тогда была пословица «ОГАС погас». Да. Тем более, что в этом поучаствовали и противники Глушкова, как это всегда бывает в научной среде, а с другой стороны, скажем, агентура проамериканская здесь, она очень активно, так сказать, работала против внедрения этой системы в газетах «Известия». В газете «Известия» была статья, сейчас не помню, автор, какой-то известный сотрудник Института США и Канады, который писал, да это все ерунда, в Америке тоже была мода на это, но теперь эта мода сошла. Значит, вторая линия, которая могла бы вывести Советский Союз реально в посткапитализм, это то, что делал Филимоненко, холодный термоядерный синтез. Но дело в том, что это тоже, сказать, сейчас даже в интернете, пишут, да ерунда, Филимоненко все это придумал, это полный блеф. Понятно, почему блеф. Дело в том, что было такое паговское движение, очень интересное, странное движение, в котором разведчики и закрытые секретные ученые двух систем встречались друг с другом и обсуждали обычный термоядерный синтез. И вот они вокруг этого крутились, как вокруг такого концептуального вируса, ни о чем. Это был канал связи. Холодный термоядерный синтез и все, что сделал Филимоненко. В начале 67 года комиссия ЦК КПСС признала, что то, что сделал Филимоненко, это колоссальный прорыв в области физики, медицины и биологии. А через полгода его программу закрыли. Поскольку значительная часть номенклатуры уже начала участвовать в нефтяных играх. И зачем нам холодный термоядерный синтез, когда есть нефть? Это же обнулит нефть. И потом нефть, вот она, и она дает нам возможность интегрироваться в западный мир. А холодный термоядерный синтез... Это свое. Это свое. Кроме того, противники Филимоненко сделали все, чтобы его дискредитировать. И потом Филимоненко занимался уже другими вещами. Но в отличие, скажем, от каких-то других людей, у которых отбирали техническую и экономическую документацию, у него, кстати, то же самое сделали. Но он занимался другими вещами. Ну, например, его аппаратура очень хорошо решала проблему
очистки целых регионов от радиации. Его почему-то очень не любил Андропов, и когда у Рашидова возникла проблема в Узбекистане, там была очень сильная утечка радиации, ему сказали, что есть такой человек в Москве, нужно его пригласить, его пригласили под чужой фамилией, и он со своей аппаратурой решил проблему. Поэтому, когда был Чернобыль, академик Легасов сказал, надо Филимоненко пригласить, он может, так сказать, по крайней мере, очистить здесь значительно. Кстати, в Узбекистане он решил все проблемы. Но это тот самый Легасов, который потом покончил самоубийством. Но Филимоненко, у Филимоненко было очень много противников, потому что его подход, он обнулял не только нефтяников от номенклатуры, он блокировал развитие целых научных областей как неперспективных. Но поэтому заблокировали его. Ну и, наконец, третий человек – это Челомей, достижения которого военные, ну, они просто обнуляли американское превосходство. У американцев многих вещей до сих пор нет, которые, так сказать, были сделаны Челомеем. Я не буду распространяться на эту тему, я отсылаю наших зрителей к книге Бодрихина, которая вышла в ЖЗЛ. Называется она так и называется «Челомей». Она вышла уже вторым изданием. Очень интересно, как... Я первый раз вижу книгу, в которой два предисловия. Одно Шойгу написал, другое — Велихов. То есть Бодрихин... Она написана на рассекреченных материалах, и он все равно решил подстраховаться. Там очень хорошо показано, как Андропов и Устинов в своих ведомственных интересах, как они гнобили Челомея и заблокировали целый ряд, ну, фантастических совершенно, и программу «Закат Америки», которая еще называлась «Гвоздь», ну и целый ряд других вещей. То есть, иными словами, в районе 1967 года номенклатура полностью отказалась от рывка в будущее, в посткапитализм, и решила интегрироваться в капиталистическую систему. Тем более, что Запад, Соединенные Штаты Америки переживали не лучший период, и Запад, прекрасно понимая, что им нужна передышка, они предложили Советскому Союзу, во-первых, детант в области политики, разрядка напряженности, в области налаживания контактов они предложили участие в глобальном управлении, прежде всего, экологическими и демографическими процессами по линии Римского клуба. Но нужно сказать, что за Римским клубом стояли разные группы, и там в том числе стояли группы государственно-монополистического промышленного капитала, которые в тактических интересах готовы были сотрудничать с Советским Союзом. Но другое дело, что по мере развития финансиализации эти группы в середине 70-х годов, они потерпели поражение на самом Западе, и пришли другие группы, для которых нужно было Советский Союз устранить. А в начале 80-х годов стало совершенно, так сказать, понятно, что выживание Запада связано с разрушением Советского Союза. Ну, то есть, на самом деле, имея в руках, или практически имея в руках очень сильные козыри, научные, технологические... Да. Советская номенклатура решила законсервировать этот процесс. Произошло то, чего боялся Сталин и о чем предупреждал Троцкий. Ну, Троцкий это называл обуржуазиванием номенклатуры, но, правда, она не обуржуазила, она позже обуржуазилась, уже в 91-м году. А то есть номенклатура просто не понимала опасности? Или как это бывает вот в неких примерах, на наш век хватит? Да, на наш век хватит. И они были очень сытые, уверенные. Ну как же, им детант предлагают. В 1975 году в Хельсинки подписали вот этот конечно акт. А кроме того, видите, ядерное оружие. Потому что у людей было ощущение, ну давайте вспомним Брежневскую эпоху, что все остальное сделано, безопасность обеспечена. Да. То, что будет удар совершенно с другой стороны. Удар будет связан с людьми, с информацией и так далее. С организационным оружием. Об этом даже и мысли не было. А вот по поводу организационного оружия я должен сказать следующее. Во времена Трумана, значит, Труман собрал совещание, как противостоять Советскому Союзу, и там присутствовали, ну, сказать, ну, асы, там, во-первых, это, так сказать, Rand Corporation, ну, асы американской науки, это фон, ну, сказать, Моргентау, Теллер. И очень интересно, значит, Джон фон Нейман. И Джон фон Нейман сказал, что сила Советского Союза не в химическом оружии. Конечно. И это был 47-й год, еще у нас бомбы не было. Он говорит, даже если они создадут не это. Он сказал, у них есть вещь, и он впервые употребил термин «организационное оружие». Интересно. Он сказал, у русских был гениальный политический конструктор Владимир Ленин. Он создал мощнейшее организационное оружие, партия нового типа. И Советский Союз побеждает благодаря этому. Мы должны изучить этот опыт. Что сделал Труман?
Труман создал группу засекреченную, которая должна была решить две задачи. Обобщить опыт партии профессиональных революционеров и обратить этот опыт против Советского Союза. Кстати, доклад вот этой группы они подготовили через два года. Он был рассекречен только в 2005 году. Из рассекреченного доклада совершенно понятно, что они сделали вывод, и что организационным оружием, которое создал Ленин, нужно его изучить и нужно бить этим оружием Советский Союз. И победа Запада, точнее капитуляция Горбачевщины, горбачевцев, это результат воздействия организационным оружием. То есть на самом деле мы же видим, что на самом деле выяснилось, что Яковлев, Шеварнадзе, Горбачев, то есть те люди, которые на самом верху, те самые члены Политбюро, оказались антисоветчиками. Совершенно верно. Они оказались антисоветчиками, но мы не знаем реально. Я думаю, что реальные кукловоды, это был, так сказать, люди, чиновники, которые были на втором уровне, скорее всего, мы никогда не узнаем их имен, а этих использовали в качестве ширмы. Вот я очень много занимался этим периодом, я должен сказать, что, судя по мемуарам, где люди уже, так сказать, не стесняясь пишут, где-то в середине 70-х годов те, кто был заинтересован в демонтаже строя, но не Советского Союза, этот процесс просто вышел из-под контроля в 88-89 годах, они набрали в качестве ширмы вот таких людей, как Шеварнадзе, Горбачев, то есть отбирали людей коррумпированных, тщеславных, недалеких, которым можно было в случае чего пожертвовать и сбросить. Как и произошло, кстати, с Горбачевым. И, Яковлев — это более опытный кукловод, но он тоже не человек первого уровня, он орудие, он инструмент. Понятно. Иными словами, проблема, как бы существовало два Советских Союза. Один Советский Союз, который технически рвался в космос, рвался в будущее. И второй. А второй — это властная организация номенклатуры, которая не собиралась рваться в будущее, она хотела законсервироваться. Кроме того, внутри самой номенклатуры был целый слой, это была часть партноменклатуры, часть ГБ и теневой капитал, которые хотели изменить природу строя. Ведь смотрите, когда пришли в 1974-1975 году в Советский Союз 170-180 миллиардов долларов от нефтяного кризиса, они были вложены в самые разные вещи. Часть была вложена, например, на подставных лиц на Западе. Часть была вложена значительно в теневой бизнес под контролем ГБ, отчасти ГБ, в основном ГБ, в меньшей степени МВД. И, кстати, проблемы конфликтов ГБ и МВД в позднем Советском Союзе – это проблема конфликта по поводу, кто будет контролировать теневой капитал. Так вот, в 1984 году один умный человек, который в 90-е годы дважды срывал планы Чубайса, сказал, в ближайшие 2-3 года, сказал он в 1984 году, люди, которые накопили капитал за последние 10 лет, потребуют, во-первых, власти, а во-вторых, легализации капитала. Что такое была перестройка? Под крики о демократии, гласности и прочее бла-бла-бла, это была легализация капиталов, накопленных с 1974-1975 года, которые пришли в страну. То есть это был совершенно сознательный курс на смену строя. Другое дело, что без помощи Запада это было сделать невозможно, но и Запад без помощи этих людей разрушить Советский Союз тоже не мог. Это был такой двойной субъект, но в игре внутри этого двойного субъекта Запад, используя организационное оружие, он переиграл этих людей. И с 88 года речь пошла уже не только о демонтаже строя, но и о демонтаже Советского Союза. Понимаете, вот здесь есть такая вот простая вот вещь, что ведь почему, собственно, была мировая социалистическая система? Понимаете, нужная система усложнялась, более высокие технологии. Но элита была не способна руководить объектом. Не способна. Она пошла по другому пути. Дело в том, что есть закон Эшби, что контролирующая система должна быть сложнее контролируемой. Они пошли по другому пути. Они пошли не по усложнению себя, а по упрощению системы. Дальше следующий этап, конечно же. Огромный Советский Союз, но и они с ним не справляются. А дальше ситуация следующая, и в результате мы имеем распад страны. А дальше, понимаете, ситуация еще более грустная. Мы имеем Россию. Да. И мы видим, что сейчас, скажем, вот последние, то, что в 2020 году мы потеряли 500 000 человек, это показывает, что, скажем, реформы тоже были нехороши. Нехороши. И есть еще один момент. Смотрите, что произошло во время ковида.
по сути дела, власть пошла на децентрализацию. То есть да. В одних регионах одно, в других другое. Кроме того, не только территориальная децентрализация, но началась, по сути дела, приватизация власти. Когда Роскомнадзор и Рособорнадзор получают дополнительные полномочия, которые могут быть только у государства, это получается приватизация власти. Произошло то, кстати, на чем погорело самодержавие. С конца 19 века два главных министерства, которые грызлись между собой, Министерство финансов, Министерство внутренних дел, постоянно присваивали себе при слабом Николае II, они присваивали себе государственные функции, они приватизировали государство. И это государство рухнуло. Вот такая же опасность есть сейчас, и ковид ее подталкивает. Дайте нам дополнительные полномочия. Конечно. В борьбе с ковидом, а потом еще с чем-то. Да, мы это помним. Горбачев все время требовал дополнительных полномочий, и либо использовал их позже, чем это надо было делать, либо вообще не использовал. Это типичный способ развалить государство. Совершенно верно. То есть это антисистемные действия. То есть на самом деле, по сути дела, нас, как и во многих других случаях, нас погубило недостаток культуры нашей элиты. И вот, извините, да, но да. Дело в том, что наша элита – это отражение населения. Элита такова, выдвигаются те люди, которые выдвигаются, это усредненный представитель населения. Понимаю. А вот есть следующий простой вопрос. Ведь давайте посмотрим на историю России. Огромное количество усилий для того, чтобы научиться. Смотрите, сначала учились у голландцев, потом у немцев, потом у французов, потом у американцев. Вот сейчас на нескольких круглых столах я уже слыхал, что надо учиться у китайцев. Вот я хотел бы понять, а как вы объясняете вот такую неполноценность? Почему наших элит? Почему нет ощущения, что мы уникальная самодостаточная цивилизация, которая должна искать свой путь и по своему пути идти? Дело в том, что так получилось, что Россия, будучи сначала периферией Византии и Золотой Орды, у Золотой Орды, кстати, были переняты очень многие властные технологии. Затем, так сказать, византийские многие практики, они, например, Василий III совершенно по-другому общался с боярами, чем Иван III, потому что Софья Палеолог привнесла совершенно другой тип внешних отношений в среду. Затем нужно было постоянно противостоять тому же, так сказать, Западу, и отсюда реформы, ну давайте мы научимся и ударим по ним. Петр I же говорил, мы сначала у них возьмем, потом дадим им... Но дело в том, что они не просчитывали социальные последствия, потому что на реформах Петра в России сформировалось, как писал Ключевский, два культурных уклада. Поэтому у нас гражданская война велась крайне жестоко, потому что схватились две разные этнические группы. Одни с французским языком и вестернизованной культурой, другие. Дальше пришли большевики, у которых тоже была западная модель. Другое дело, что в 30-е годы русская жизнь обволокла эту идею. И когда отстреливали в 30-е годы Ленинскую гвардию и недобитых троцкистов, это и был триумф русской жизни над мировой революцией, окончательный триумф. Но, тем не менее, вот эта модель, она постоянно входит в голову нашей верхушки, что свет там. Был очень короткий период сталинский, когда страна ощущала себя лидером альтернативной мировой системы. Но все закончилось в середине 60-х годов. Очень показательно, как пишет один из ветеранов КГБ, после середины 60-х годов КГБ не смог завербовать на Западе ни одного агента на идеологической основе. Только за деньги. Интересно. Только за деньги. И вот этот момент, когда Советский Союз из альтернативной Западу системы превратился в... Он начал интегрироваться в систему, начать с того, что, обычно говорят, что на 20-м съезде прозвучал тезис о возможности мирного существования государств с различной социально-экономической системой, и это стало официальной доктриной, но впервые об этом сказал на мартовском пленуме 1953 года Маленков, и Хрущев его изругал за это. Но в 1956 году Хрущев сам же поставил этот вопрос. То есть номенклатура начала интегрироваться в капиталистическую систему. Идея реального создания альтернативной системы, при том, что был СЭФ, была мировая соцсистема, конечно. Но эта система, те же поляки, те же чехи, они
они смотрели в ту сторону. И, в общем-то, человеческая природа понятна совершенно. Обыватель меряет уровень развития количеством колбасы. Это понятно. А тогда следующий вопрос. Ведь, смотрите, ведь вот мы давайте посмотрим на нынешнюю Россию. По сути дела, ну, очень мало стран, которые не имеют к ней претензий. Пограничных стран, правда? Да, все имеют претензии. Все имеют претензии, да. Ну или почти все, неважно. Почему? А это понятно совершенно. Потому что они рассчитывают на слабость России и рассчитывают на то, что мы не сумеем достойно противостоять Западу. Именно да, расчет именно на это. Именно поэтому они, собственно, как, ну, как вот опять же говорят украинцы, что предательство – это просто правильный расчет. Да, и ну, дело в том, что нынешние властители России, они даже в своей риторике, они, так сказать, дают возможность так думать, потому что все разговоры о том, что мы открыты, мы готовы, когда тебе плюют конечно, в лицо, а ты говоришь, война. Да мы открыты, мы готовы. Конечно, это очень показательная вещь, потому что мы регулярно собираем экономические форумы, инвестиционные форумы, нас не инвестируют, но мы продолжаем этим делать десятилетия. И понятно, мы почему. Хорошие, придите к нам. Конечно, потому что тут была замечательная в свое время книжка Андрея Петровича Паршева «Почему Россия не Америка?». И там показывалось, что при наших условиях нам необходим протекционизм. Нам не... Планы протекционизма, это просто без этого мы не можем. Так вот, вопрос следующий. Поскольку вы оптимист, за счет чего мы выстоим? Ну, я начну с того, что Россия трижды уже выскакивала из исторических ловушек во времена либо европейских, либо мировых кризисов. В начале 17 века нас можно было брать голыми руками, но Европе было не до нас. Был кризис, 30-летняя война. Когда она закончилась, мы уже встали на ноги. После петровских реформ, которые разрушили экономику страны, и все разговоры о том, что мы победили благодаря новой армии, это вранье, потому что в Гангутском бою победил грибной флот, а победа под Полтавой была обеспечена, Петр I это признавал, он говорил, что мать победы под Полтавой – это сражение под Лесной, потому что, а под Лесной – это полки старого строя, нанесли поражение шведам. Так вот, после петровских реформ Россию тоже можно было брать голыми руками, но Запад был занят войной за одно наследство, за второе наследство. А в середине 18 века мы уже могли бить Фридриха, и впервые могла бы прозвучать песня «Едут по Берлину наши казаки», потому что мы взяли Берлин и взяли Кёнигсберг, Кант присягал Елизавете Петровне. Затем, после гражданской войны, нас вообще можно было брать суперголыми руками. Армия разваливалась, Фрунзе сказал, нужно распустить этот сброд, и Тамбовское восстание подавляли интербригады, китайцы, венгры, кто угодно. Но на Западе шла грызня, и Сталин использовал эту грызню. То же самое, мировой кризис создает возможность России выскочить из ловушки. Это не значит, что если мы выскакивали все эти разы, что мы выскочим и в этот раз. Но, по крайней мере, некий исторический оптимизм это вселяет. Но для того, чтобы выскочить из ловушки, нужно обладать волей и разумом. Волей для того, чтобы быть готовностью порвать противника и называть его не партнером, а врагом, коим он нас и является. Странная вещь. Они называют нас врагом, мы их в лице нашей власти называем партнерами. Вот. Мне всегда это напоминает один эпизод из фильма «Тайна двух океанов», когда наш ГБшник приезжает в гостиницу и говорит, здесь остановился мой друг, музыкант Ивашов. А музыкант Ивашов идет сзади с ножом. Друг с ножом. Вот это партнеры такие же. Вот. Значит, и для этого нужна воля и разум. Нужно знать, куда ударить противника, чтобы он упал. Но вообще, я уже много раз об этом говорил, вот в условиях мирового, глобального, системного кризиса очень трудно вообще победить. В кризисах, как показывает история кризиса античности, кризиса феодализма, выигрывает тот, кто упадет последним. Желательно на труп врага. Вы знаете, есть два источника оптимизма. Ведь, понимаете, вы очень точно сказали, что в элите это усредненный народ. Усредненный народ, вот средние представители.
принципиально. Средний, стремящийся к худшему, конечно, скажем так. Поэтому принципиальная роль отдела кадров. Вы знаете, принципиально. Да, но кто будет формировать этот отдел кадров? Потому что, ну, по сути дела, давайте посмотрим. Ведь в свое время один из русских мыслителей говорил, что в России есть две структуры, которые нельзя уничтожить. Академия наук и Русская православная церковь. Если они не уничтожат себя сами. Но выяснилось, что эти две вечные структуры, они не в состоянии, в общем-то, обнести внутреннее единство. Почему? Опять же, ну, видимо, какие-то кадровые ошибки. Поэтому, конечно же, одна наша надежда, кроме, опять же, нашей удачи, ну, что удастся нам формировать элиту чуть-чуть лучше, чем раньше. И, знаете, я еще надеюсь на то, что у людей сработает чувство самосохранения. Потому что в ситуации, когда главу государства называют, так сказать, убийцей, киллером, ну, здесь уже просто все маски сброшены, и это просто черная метка. Это черная метка, причем не только главному лицу, но и вообще всей верхушке. Это присоединяйтесь, пока не поздно, к нашему движению. Это я в таких случаях вспоминаю один фильм советский, где-то начало 50-х годов, о Великой Отечественной войне, и там немецкий офицер говорит: если ты будешь нам помогать, ты будешь кушать белый булка, а если нет, то мы тебя будем немножечко вешать. Вот то, что сказал, сказать, вот этот синильный дуримар Байден, вот это и есть. Присоединяйтесь к нашему движению, сказать, пока не поздно. Но есть и второй фактор. Вы знаете, вот я, поскольку немножко вник в наше школьное движение, в то, как учат детей, то совершенно понятно, что взят курс на опускание, и мы это видим по данным мониторинга нашего образования. С другой стороны, учителя и школа, они абсолютно бесправны, потому что они находятся в части иерархической системы, они вынуждены... Надежда на родителей, которые бьют... Совершенно верно. Не на родителей, на мамочек. На мамочек, да. Вы знаете, я был в одной республике, не буду называть, но у меня, когда я посмотрел на все это, вы знаете, у меня возникло ощущение, что это катастрофа. А потом я посмотрел и понял, что мамочки прекрасно понимают, что дети должны быть здоровы, поэтому должно быть так или иначе здравоохранение. Деточки должны быть образованы. Поэтому, вы знаете, ну, будем надеяться на чудо. И на русскую женщину. И на наши отделы кадров, ну и, конечно, на русских женщин. Спасибо. Спасибо.